Случайно все поджег. У него ЛО 2400 атаки, 1400 защиты, он как урон получил, хотя дамаг у его как у моей. Вы про ауру, что ли, все еще? Ох уж это Эола. Ну, ее я в пачку брать не собираюсь, наверное. Хотя... В принципе, наверное, могу. Так, что это за данж, где он находится? Ладно, зачем мне данж, если есть руда? Да я понимаю, что он под землей, но... Хоп. Даже себя что-то нашел. Привет. Что, неужто... Он просто откроется и все. Окей, некрополь. Покинутое поместье стало пристанищем для чудовищ разрыва. Только у того, кто сможет использовать гром вечности и справиться со всеми испытаниями, есть шансы получить драгоценный артефакт. Ну что ж, поехали. Первые заходы в этот данж. Посмотрим на нашу удачу. Пятизвездные сеты артефактов. Двухминутная гамба начинается. Поехали. Я не почитал, какой там баф, что там, причем здесь гром какой-то. Ух, ёпта. Ну, пять собак, это жестко. В принципе, 90-х уровней. Ну, пока они что-то урон не наносят, но у меня щиты в пати. Правда, эти собаки специально сделаны антищиты. Ну и как бы на эль хиляет нормально. Бум. О, большой пришел. Тон. Баг твича или ты настроил, что отображается только одна минута прогноза? Нет, это какой-то баг, потому что я на две минуты ставил. Да, слушайте, две минуты проходим этот данж. Жестко. Бум. Может, нормальных артефактов персонажам выдать, а? Да чё-то как-то... Тяжко, блин. Вообще жесть. Стягиваются, может, все винти взять. Ух. Ну и данжик, конечно, ну и данжик. Поехали, забираем первый заход. Гамба уже есть, все. Просто уешить по стяжку. О, конечно же, мы начинаем с ненужного из двух сетов. Ну ладно. Защита. О, защита на Альбедо поставлю. Гребешок, смотрите, какой красивый. Раковина разлуки. Какая стена текста, жесть. Из одного сета. А что это раковина? Это что? Это пески, это часики, понял. Ну, спасибо, нет. У нас нет хилеров от защиты. Есть Наэль, но я не буду Наэль давать этот сет, да? Сила атаки в кубке. Это точно кубок. Сияющий жемчужины, который служит подношением жриц в Атацуме. Восстановление энергии, ХП. Ну, кстати. Да, не ХПшный, ну и не гидро, и не гидро, и не ХПшный, но...
Во, и теперь можно в данже лочить прям. Артефактики. Так, ну что ты мне подскажешь, что мы сейчас здесь сдохнем? Го. Го использовать. Сухпайок. Пробовал бить нового босса? Нет, на босса вообще насрать пока что. Через две недели только понадобится. Ну и спасибо за сабочку. Сусамин, доброе утро. Доброе. How would you like to join the Fatui? Спасибо, спасибо большое за подписку. Так, пытаемся прохилиться. Щит закончился, восстановить я его чуть-чуть не успел. Ладно. О, ты еще жив. Лол. С каких пор ты стал криво архонтом? Фоя. Чем Джин дело, если хп хил у Джин скилится от силы атаки и проще апать силу атаки? Чё? Ну ты придумал себе вопрос, сам на него и ответь. Я не знаю, а кто говорил хоть раз в жизни, что Джин нужно дело? Вижу мне этого человека. Последним маленькие собаки фигня, большая собака очень много урона сносит, неприятно. А алерты с Фатуи, со вчерашнего дня я поменял алерты, потому что они были долгими и они были с музыкой. Вот саб алертов с Сайтамой больше нету. Все, у нас пока что один алерт на все сабки, это Тарталья. Чайники, новый декор, новое развлекательное устройство. Поймон! Так, это уже другой сет, да? Ммм, физа упала. Нифига себе, кстати. Ну, более-менее нормальный. На физу, ну, разные сеты, три артефакта. Угу. Это у нас часы, да? Оу. Ну, крит шанс. Ну, восстановление энергии. Допустим. Что? Часы на хп из этого сета с силой атаки и крит уроном. Я не знаю, на кого эти... Я забыл о существовании хилеров в этой игре. Сложно. Как вообще? Что делать-то? Атерката, спасибо за сапку. Stand strong together. Спасибо большое. Ты обещал не лочить, да. Я обещал не лочить мусор, но я не могу не лочить мусор. Это же я. Вы вообще видели мой... инвентарь, там где-то 600 легендарных артов залочено, и все они говно. Ладно, поехали дальше. Да, преобразователь вчера вечером должен был откатиться, поэтому... Так, я понимаю, что надо еще щиты Томы, но мне сейчас важнее похилиться и восстановить щит, а для этого надо жить заряженку. Хини киоцкеро.
Не помню, у Наэль ульта пропадает. Ой, у Наэль Янфэй ульта пропадает, если с нее переключиться, да? Скорее всего, да. Тудон, спасибо за 100 битсов, Ленка-Ленка, запускает хайповоз, запрыгивайте на хайповоз, спасибо большое за поддержку. Нет, ну я не про Наэль, я про Янфэй говорил. Да, я про Янфэй говорил. Наэль, я оговорился. Я оговорился. Так, все, есть, есть. Поехали. Ну давай хотя бы пару кусочков нормальных на защиту, чтобы Альведа приодеть. Ну пожалуйста. Ну, еще один кубок. Разные сеты. Поздравляю красных. Будет обзор на Гора. Вряд ли сегодня, но, скорее всего, как-нибудь будет говно. Кубок и шапка на силу атаки с восстановлением энергии. Ну, блин, не на не на лечение, не на ХП. Ну, а, это чича, кстати. Чтобы хиляло больше. А чего скейлится вот эта штука? От количества хила, да? Да, от количества хила. Ну. Корона нужна для лечения однозначно. Ну, скорее всего, скорее всего. Ну, вообще, видишь, силу атаки можно попробовать на ту же чичу реально. Ой, как же здесь больно, реально. Просто больно. Четыре стака просто не пропадают. Они просто не пропадают под ультой на шестом созвездии. Я честно говоря, я даже не знаю, какую ротацию надо делать в такой ситуации. Хочешь вырулить на хила топ-сет, замучаешься это делать. Да, правда. Так, оно есть. Блин, попался. Босса нового не тыкал, потому что нахер надо. Видимо, совсем слабо Янку, да, в 16-е артефакты собрал. Да, шапка 12-го на силу атаки. Ну, давайте передадим ей какую-нибудь шапку нормальную, может быть. Ну чё, это реально слабенько. Сейчас поищем, что ей дать. Ну, здесь снимем с мейн... с Кли, например, да. Критерон, правда, крит шансовая нужна. Трясение на 127, совсем мало, ну ладно. А это ты зрителям тоже показывать не будешь? Ну вообще лень, но придется. Mm-hmm.
Егора тоже. Но у нас через полтора часа крутки сабов, поэтому нам вообще не до Геншина. Сейчас в данжике побегаем, потом пойдем на свиданку с Бейдо. Нет ничего интереснее, чем свиданка с Бейдо в этом патче, поэтому... Ита, Гора, квесты какие-то. За... О. Ну блин, ну это защитный кубок. Не на геоурон, ну говно. Временно, может, и зайдет каким-то образом, да? Ну, типа на эльф станет. Какая шапка красивая, корона разума. Бонус лечения. Не тот сет. Бонус лечения. Изначально служившая для защиты от солнца и дождя во время странствий. А, из одного сета, да? Нет, Саунбек. Крылышки доступны только в KFC. Прошлый обновок Геншина стал для моего телефона последней. Сегодня пришлось удалить игру, ибо обновляться не могу. Теперь никаких дейликов и крафта смолы с телефона. Печалька. Ну, я понимаю твое негодование. Кажется, у меня сейчас СМК просто сдохнет, если я не переключусь на Эли, не попробую ее похилить. А, у меня же есть оладушки. Новые рераны и баннер ввели уже. Ввели. Их два. Не один, их целых два. Не то чтобы урон возрос с новой шапкой. Ну, не с новой, Как же мы их перегрузами долбим, на самом деле хорошо. Они сделать ничего даже не успевают периодически из-за перегрузок. Данж на острове Сейра. 6 на Эль. Да, конечно. Просто арты говно. Как бы странно это не звучало, но гладиатор так и не собрался. Либо мне лень его было искать. О, за 2 минуты прям справился. Вы как раз только-только закрываете гамбу. Найс. Найс. А, цветок перо первые, кстати, из обоих сетов. Из разных. Красная. Сила атаки, хп процент, мастерство стихий. Ну, это так и ясно. Это прям на Кокоме может быть. Если здесь какое-нибудь восстановление энергии прокнет. Защита крит шанс. О! О, а это мы даже, скорее всего, сегодня покачаем. Так, я зря вошел в данж, нам надо сходить смолу загустить. Пойдем попробуем криты повыбивать на вот этом цветке. Ну, надеюсь, конечно, но сомневаюсь. Надеюсь, но сомневаюсь. Оо, роллом, конечно. Не, ну сколько это? Да, 2,7 самый маленький ролл. Но. Но, может быть, первый артефакт для Альбеда. Процентная защита. Давай еще хотя бы один ролл 3,9 в крит шанс, и мне я этот по-любому поставлю куда-нибудь. Да, естественно, хп заролилась процентная, конечно, конечно. Ну ладно, я это дальше покачаю. Первые два ролла нормальные для четырехстатника, один стат погрешности нормально. Если уже второй стат выпадет либо в хп процент, либо во флэт защиту, ну тогда помойно будет, конечно.
Стоп, что? Что я туда вбросил? Я понял. Давайте так. X2! 19 уровень и шанс крита. Yes! 3-1. Ну, не очень высокий ролл, но... Кажется, первый заход удался, можно сказать. Да еще один крит шанс, пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Давай. Тарарарам. Тарарарам. Защита. 6.1, не помню, это большая цифра для защиты или нет, вроде неплохая. Или защита по 7% бывает ролится, вроде нет. Ну, сойдет. Сойдет, крит урона нет, конечно, но временно зайдет. Why not? Я же несерьезно, удачи пожелал. Так а что, все квесты здесь, да? Ну, Гора и Байдо, а где Ита-то? Вроде никаких активных заданий нету. Так, задание Ита все-таки появится с его патчем или что? Ух. Так пусто, ну кроме тестовых забегов. Видимо, да? Буток с его баннером. Мне почему-то казалось, что должен... Что там в патче ноуте было написано, что его задание будет сегодня. А, я не загустился? А зачем я тогда вернулся в Инадзуму? Стример, твоя мысль может хотя бы не уходить куда-то в сторону, а следить за тем, что сейчас происходит в игре? Потому что Genshin, он такой, мы сидим, Shift-V жмем вот здесь где-то на экране, а так я сижу и смотрю на другой, ну, на чат просто с вами общаюсь. Уж этот just-chatting. Чисто потому, что я могу. Еще 5 заходов в этот данжик сделаем. Сегодняшний почтовик написано, что 14 декабря. Блин, мне почему-то казалось, что... Ну и ладно, хер с ним. Свиданки сегодня пройдем, а завтра будем уже ивент выполнять, да? И, возможно, обсуждать новый виток драмы с крыльями. Завтра. Раз уж сегодня вечером анонсируют стримеров. Что значит возможно? Ну, я вбросил вам идею в голову, а дальше сами думайте. Стример стал хайпажером, да. Иногда надо. Когда такой беспредел творится. Как рано, уже в данже. Здорово, Спиро Герл. Да, пораньше сегодня подрубил специально. В данжик посмотреть, артефактики повыбивать, собрать Альбедыча. Так, наверное, не смей терять щит. Все. Успел немножко прохилить. Да. Сегодня всю пачку новые крылья специально поставишь. Я сегодня в 8 часов буду играть во что-нибудь другое, ребят. Я не буду в Геншине в этот момент. Но, может быть, вернусь покекать.
Вот, ну, в любом случае, крылья у кого-нибудь куплю, на кого-нибудь поставлю, естественно, на всех. Сегодня мы уже, скорее всего, вечером будем в какую-нибудь Лунтеру играть, или в Хардстоун, или в Gunfire Reborn пойдем посмотрим, как вариант. Блин, ты сдохни уже. Спасибо. Я же гамбу сделал. Выберите исход. Сделал. Я отложил все свои роллы на Шаньхэ. Ты молодец. Из одного сета. Привет. Сет хилеров. Цветочек. Мастерство. Крит урон. Защита. Говно. Трехстатное. Кому нахрен не нужно. Мастерство стихии в часах, защита, сила атаки. Вау. Феноменальное говно. Едем дальше. Хоно но тате, скедати санжун! Загаре! Крае! Бум. Бля, что у меня за книжка? А, додок. Точно. Оставь часы для геокопейщики, вдруг она копейщица, вдруг она хилер от МС. Не, ну... Гениально, конечно, но, пожалуй, я скипну этот момент. Все может быть, все может быть. Об этом я еще как-то не думал, на самом деле. Как же много она слов говорит. Тон, бум. Исаго, Курая. Не зря на юрист, что в Михоя такие юристы были. Ян Фэй. Видимо, у юристов это профессионально, это же много говоришь. Не, у меня это чисто стримерское, на самом деле, потому что в жизни я говорю не так много, и я молчаливый интроверт. Так что с юриспруденцией это никак не связано. Ты же больно смотреть, когда Чарджани на фул в печатях делается. Да, камон, на ульте она постоянно почти на фул делается. Да что такое, хватит. Хватит синий сет насыпать. Сила атаки в кубке с крит-шансом, мастерством стихий. Ну, в теории, если мы хотим максимизировать именно хил, то для какой-нибудь чичи это будет лучшим вариантом, чем кубок на крио урон, да? Ну, не хочу я это влочить. Ну, даже и для джин в теории с мастерством стихий крит-шансом. Ну, если вдруг захочу, кто там у нас еще от сил атаки хилит. Но чё-то как-то нет. Hello, no, we don't have wings. Если это то, что хотел спросить человек на китайском. Мастерство стихии, восстановление энергии, ХП.
Подождите, мне кажется, или я это уже видел? Сейчас, минуточку. Подождите. А, окей. Ну, почти. Близко, близко. Что за байтерская команда на крыльях? Comrade, how would you like to join? Какая есть Wizard, спасибо за сапку. We stand strong together. Подписался на второй месяц. How would you like to join the Fatui? И Окинава дарит подарочную подписку для Мити Кимовски. Спасибо большое за гифт. Спасибо. Блин, надо было вначале все-таки за Тому ультануть. Я не думал, что... А с них электрочастицы падают, да? Это же электроволки. Да. Спасибо за самочку, 24 месяца. Привет, Тиан, удачной игры. Только выбил Альбеда, я очень радуюсь его удобству. Поздравляю, Альбеда классный, да. Нажал Ешку, все враги вокруг умирают. Поздравляю, спасибо большое за ресап 24 месяца. Куда делся Сайтама? А, закончился. Если вы не заметили, у нас Геншин вместо Сайтама уже очень долгое время. Ну, суть даже не в этом. Я убрал алерты из-за музыки. Я поменял все алерты, просто все убрал, оставил сейчас один с Фатуи, просто потому что надо убирать музыку. Авторские права, есть авторские права. Зацени уже встречу с Бейдо. Нет, видишь, я в данж хожу. О-о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 , давай фулл сет сразу же. Из одного сета 20% всего, кстати, ставили на это и получили свои рогалички. Говно. Говно. И еще одно говно. Ладно, это еще куда ни шло, но у меня уже есть один цветок на крит шанс и защиту, но в теории этот может быть лучше, потому что здесь есть крит урон. Ладно, это я оставлю. До четвертого уровня качнем, если там не выпадет крит шанса, то такой цветок мне не нужен. Красивый новый сет такой, да, я всегда поражаюсь тому, как они рисуют всякие сеты, блин, как у них не заканчивается воображение и то, как все это должно выглядеть, так круто. Блин, ну ладно, это еще, кстати, так уж неплохо так-то. Я что-то думал, нужен крит шанс, но восстановление энергии тоже сойдет. Что надеть на кацин, если не падают четырехзвездные пушки? Купить батл пасс и взять черный меч. Сет на морской похож так-то. Морской это который. Оценка Хутао. Первая оценка за сегодня. Нифига себе, стрим уже час идет. Добре. Так, надо восстановить щиты. Пока
пока еще ульта действует. Надо похилиться. Здорово, свиданок еще не было. Начнем с бейдошки. После того, как мы сделаем все вот в этом данже, пойдем на свидание с бейдо, после чего крутки с сабами в 12 часов. Спасибо, попробую, но про батл пасс подумаю подольше. А, вообще можно было скрафтить что-нибудь, а? Можно фискацин через ранкор, можно аминому кагиути поставить из... из Инадзумы, да? Тоже как вариант. Платус, спасибо за подарочную второго тира. Спасибо большое. Скажи мне честно, неужели еще остались персонажи на твоем аккаунте, которых мы не смотрели? Не, ну, конечно, ваш прав. Спасибо большое за гифт второго тира. Спасибо, Синеби. Поздравляю. Поздравляю с сапкой. Сейчас тогда выйдем, сделаем оценочку. Оп, один сет, геосет, хорошо. Защитные часы с кричансом критроном. Снова энергии с критроном хп. Хотя, ну когда, ну... Дед, нет, не знаю. Морфия, доброе утро. Бибед собрал из того, что выпало. Ах, вот оно что. ХП кубок, крит шанс, сила, атаки, мастерство. ХП, персы, гео, это у нас дед. Но защита, зачем мы этот сет? Нуп. Пойдем смотреть персонажей. А, так, Хутао. Морфеус Генш. Давай посмотрим. Хутао. 32 тысячи хп, 1150 атаки, 160 мастерства, 43 на 268. Ужасный крит шанс, очень мало. Крит урона 268 нормально. 127 восстановления энергии. Я бы такой Хутао вместо Хомы выдал смертельный бой. 61 первый урон. Ну, в принципе, моя Хутава и ходит со смертельным боем вместо Хомы. Два созвездия. Ничего себе. Три короны. Четыре ведьмы. Шапка, конечно же, на крит урон. Крит шанс 86, сила атаки. 91 мастерства. Нихера себе. Тебе очень нужен крит шанс в сабстатах. Здесь максимум крит шанс 14. Даже не на мастерство. Часы, но очень хорошие, естественно. Кубок на первый урон, хп, крит шанс, всего атаки, восстановления. Я бы кубок, наверное, убрал фул ведьму и поискал бы кубок по большим крит шансам и с мастерством, может быть. Не знаю, не, он крутой, он хороший, да и хома всего атаки тоже сойдет, но... Крит шанс, крит урон, восстановление энергии, 54 мастерства. Еще можно мастерства потерять для поискать крит шанса в пере. Здесь 6 на 24, 4% хп. Не, в целом арты, конечно, жесткие, но очень мало крит шанса, да. Ну, это очень жесткий. Это очень жесткий, конечно. Конечно, шапка охренеть просто для пира. Пачку первого одним глазом посмотри. Криорез плюс Розария. Да, Розария дает 15 кэша. Ничего, неудивительно. 83 крит шанса. Хорош, хорош. Ну, Крио тут не факт, что будет работать, но периодически, может, и будет на врагах Крио элемент висеть, да, под заморозкой. А может, да, и будет. И значит, плюс 30 крит шанса. А ты хорош. Найс, молодец. 70 крит шанса на 268 крит урона вполне солидно, если. Так еще и мастерства до хера и по таянию убить. Да, отличный выбор по персонажам. Но все равно, я бы лучше самый Хутая крит шанс. Я бы все равно самый худой, конечно, крит шанс хотел, но очевидно, да. А, Альбеда, говоришь, из чего выпало, собрал. 2000 защит, 1400 атаки с рассекающим туман. Окей, критроновый элементальный меч. 33 крит шанс на 118. Ну, циферки, конечно, маленькие. Крит шанс, восстановление энергии, ненужная бонус геоурона. Созвездий нету, 6, 8, 8.
4 уже фул новых сета. Нихера тебе выпало. Что это такое? Критрон 24, сила атаки 8, восстановление. Ну, неплохой цветок. Не для Эльбеда, ну, типа, нет крит-шанса, опять же. Особенно если под новый меч, ну, не, ну ладно, крит-урон дает. Тогда крит-шанс должен быть здесь. 10 крит-шанса, 12 защиты. Неплохое перышко. У меня это похожее, кстати. 8 на 20. А, только цветок. Шапка на защиту с крит-шансом 14 и 4, 17 восстановлением. Защитные часы. Ну вот в часах, конечно. Просто ради закрытого сета. На самом деле сет для него не настолько важен, как сабстаты. В любом случае. В любом случае, да. Не так важен. Восстановление энергии, сила атаки, защита. Геокубок. Сетовый тоже вообще без критов. Это супер плохо. Ну перебор восстановления. Защита тоже не так сильно нужна, опять же. Надо криты поднимать. Без критов урона не так много будет. Да, да. Ну, забавно, что тебе уже нападало такие более-менее неплохие арты. Так, а у нас последний заход получается. Привет, как зарабатывать рогалики, кроме ставок и пассивного дохода? Можно сабнуться третьим тиром и получить x2 бонус к накоплению рогаликов. Можно сабнуться вторым тиром. Ну и просто за фоллоу там, что-то там 500 дают, что ли. Да, вон, посмотри Айоку, чел. Ты можешь заказать Айоку за баллы канала или подарочную сапку второго тира. За третий тир мы, может быть, даже посмотрим всю твою пачку. Не запустил гамбу. Сейчас запущу. Последняя гамба. Погнали. Победа подойдет, архаик и новый сет 2-2. Конечно. Отличный бюджетный вариант. Куда Оз делся? Он просто не достает. Без Оза у нас нет урона. Классно. Как стрим идет? Уже часик. Советуйте какое-нибудь недолгое аниме, пожалуйста. Недолгое. Сейчас бы вспомнить какие-нибудь хорошие анимешки с 12 сериями. Деспарад. Деспрейд, если быть точным. Мадока. Мадоки 12, не 24, не помню уже. Ну, вот заценил, нет, не трогал еще. Да не хочу такое. Не, ну... Офсетовая шапка на Альбеда, если крит-шанс попадает. Или что? Зачем мне это? What the fuck? Окей. А зачем? Я не знаю.
Ладно, есть что еще вкачать? Или я особо ничего не попадал в итоге? Ну, бонус физурона вполне солидный. С двумя хорошими субстатами кубок. А, защита, восстановление энергии. Ну, типа... Ну, из гео вообще ничего не попадало по факту. За 10 густой смолы. Ну, типа, можно что сделать? Можно попробовать качнуть вот это, посмотреть, куда проки будут. Гамму закрой. Один сет. А, хорошо. Ну, допустим. Альбеда же у нас принцесса, правильно? Так, но это уже ролл говна. Еще один ролл во флетовую защиту или флетовую силу атаки, я сразу же разлочу этот артефакт. Стоп. Этот эпик мне не дает покоя. Он все влезает в мои... Ладно, допустим. Все, анлок. Нафиг. Так, что еще здесь есть интересное? Вот эти два можно качнуть до четвертого и выбрать что-то одно из них. Вот этот выглядит перспективней, наверное, да, для Кокуами. Защита флэт анлок. Посмотреть вот этот. Допустим. Но докачивать что-то не хочу. Ну что ж, посмотрели новый данж. Не могу сказать, что что-то сильно хорошее попадало, но цветок более-менее. Пойдем пачкой дружбы побьем этого босса. Посмотрим на него. Раз уж вы так просите. Же контент. Новый противник. Блин, ну красивый, конечно. Летает такой чёт, летает. Тебя бить-то, если ты тут летаешь и ничего не делаешь. А, у волков меня пускает. Так серьезно, даже автонаводка никакая не работает. Ха. Куда она вообще жмет обилки? Ну типа окей, спасибо, что есть вишля. Вот сейчас, видимо, это момент, когда его надо бить. Типа у Янки тоже автонаводочка на фаерболах должна быть, но нихера не попадает. Ого. Ау! Чё творишь, а? Устал. А, яд как сдох. Кровотечение! Нифига себе! Кучит на нем. Что мне с этим делать? О, точно. С помощью геоатак, чтобы быстрее уничтожить щиты золотого волчьего ЖК. Активируйте матерых псов. Так будете. Японский! Классно.
А другими элементами нельзя, да? А допустим, взрыв. Ну, мощный урон. Не-а. Ну ладно. Не, может быть, его и можно бить, но... Так, упал в помойку. Хороший босс ждем в бездне, да, не говори. Да ладно, чё, с Альбедычем нормально будет, с кем дедом. Все же есть Альбеда и дед, правильно? Типа вообще без проблем будет проходить. Да, да. Ну ладно, раз я его один раз убил, я и награды с него заберу, типа, мне не жалко. Одну луну. Ну, это было жестко. Ну, как бы и пачка супер слабая. Так, три кусочка эмблемы разрыва, сломанный рог, полученный после победы над золотым волчьим мужиком, хотя после охоты от него ничего не должно было остаться в реальном мире, даже повелитель волков разрыва, ничто по сравнению... С более высокородными монстрами золото создал эти уродливые волчьи стаи случайно, будто скомкав лист бумаги с рисунком. Рога вожака символизируют его власть и позволяют приказывать своему темному выводку растворять само пространство. Блин, а ведь и правда, как будто они как будто такие бумажные, у них какие-то угловатые очень края, что ли. Забавное описание, прикольное. Потенциально топовый кубок для бал, хоть восстановление энергии нет. Ну, два стата помимо. Нет восстановления энергии, не знаю. Ладно. Фух, пойдем похилимся на статую архонтов. Да, новый босс, конечно, тоже прикольненький. Нужно будет выложить вместе с артефактами, наверное.